Ассаламу алейкум, сайырлы сержілер. Бүгін августының 19-ы күндевамында олып кечкен Қырым Украина ве Дуния хабарларынан таныш олмаға теклиф етеміз. Кечкен сене Қырым Юқары Шурасы янында олған тартышмада қабатланған Мустафа Дегерменджи ноябрының 7-сіне қадар абсте қалажақ. 26 яшлы Грушевка Койсакинны 4 ай әвелісі яқалаған еділер. Бүгін әсе абсте тұтуф мудетіні екінленме керек еді. Ләкін тақ қатшылар мудетіні девам етірмеге талап етті. Санки Мустафа азатылыққа шықса, Украинаға қача біледір. Сат 11-де тайын еткен махкеме топлашуыны 3 сатқа тоқтаттылар. Мустафа Дегерменджи адвокатының еріне дегер оқу қорчалайыжи іштірак етті. Ишіні өгренмек үшін оңа вақыт айырдылар. Махкеме топлашуы 1 сааттан аз девам етті. Нетижеде, тақықатшының талапларына махкемеджі қол тұтты ве Дегерменджіні абсте тұтуф мүддетіні да 3 айға девам еттірді. Ноябрінің 7-сіне қадар. Тақықат комитетінің мәліматларға көре, тақықат тәдбірлер әлі де жүргізілмеді. Олардың пікіріне көре, Мустафа азат етілсе, о Украинаға қаша біледі, чүнки оның әлінде тек Украин паспорты бар. Бұл сөздер ісе Мустафаның туғанлары ачуландылар. Ну это полная клоунада. Как говорится, следователи даже не знают, что у него есть паспорт. Как бы есть и украинцы, как бы мы вынуждены уже, потому что мы работаем, нам как-то надо питаться, как говорится, семью содержать. Пришлось получить, естественно, паспорт. Вот, они даже этого не предъявили, что у него есть паспорт. Это что за следователь, если они не предъявили даже, что у него есть паспорт гражданина России? Топлашуыда Мустафа Дегерменджи сеслендірді кі, ұзыны қабатлы саймай ве қабатсызылғыны сонына қадар избатлай жақ. Следствие не говорит присадственным и политическому. Это так получается, что если я даже не виновен, то там все будет мной поехал. Так получается, как я например, оцениваю это давление. Еще момент. Они говорят, что я могу скрыться, якобы уехать на территорию Украины. Почему-то я до сих пор не признал свою вину. И мне это было бы очень легко сделать, признать свою вину, выйти и уехать на Украину. Однако я этого не делаю и сижу в тюрьме, понимаете это или нет? Мустафа Дегерменджи кечкен сене февральнен 26-сында Қырым парламенті бинасы янында олып кечкен күтлевей нумайшыларда іштірак еткенінде қабатлайлар. Оның туғанлары бұл вақаны дәлелік кібі саялар. Если они судят моего сына за митинг, который происходил в Украине, какое они имеют право это делать? Кто они такие, мировые судьи, что ли, чтобы судить моего сына? При Украине нам разрешалось митинговать. Я считаю, это полный беспредел в отношении не только моего сына, вообще в отношении всего нашего народа. Они хотят нас запугать всего лишь. Ну, на всю волю Аллаха. Суждено будет ему сидеть, отсидит. Мы готовы ко всему. Но бояться, пригибаться никогда в жизни мы перед ними не будем. Мустафа Дегерменджінің қабаты избатланса, оны 3 йылдан 8 йылға қадар апске ала білелер. Эльмира Бұғурчалы, Альберт Жуковский, Заман, АТР. Эрмени базарда Таир Смидляев іші бойынша 4-нче топлашу кечті. Отырушын енді сентябрінің 7-сіне кечірділер. Қабатлаған тарап давет еткен шатлардан тек 3-і келді. Қатырлатмақ керекі, Таир Смидляев кечкен сені майысының 3-інде Эрмени базарда халқ лидері Мустафа Джемилевні қаршыламаға чықты. Октябрінің 22-сінде оны яқаладылар, тек декабрінің 11-інде оңа қаршы белгіленген абсте тұтып, Апсте тұтыфны деңгіштірділер ве азат еттілер. Таир Смидляевні акимет векіліне қаршы күш қуланғанда қабатлайлар. Қабаты таздықланса оны 5 жылы қадар апске ала білелер. Сегодня также мы обозрели некоторые вещественные доказательства. Это куртка, в которую был одет сотрудник, и видеоматериал, который был. Конечно, много вопросов возникло по этому поводу. Все это мы будем заявлять в следующем заседании. Прогнозировать еще пока что-либо рано. Да. Свидетели в своем большинстве показания более или менее подробные дают после того, как им оглашают их показания. А так они, ну я скажу, немного путаются, ссылаются на то, что уже ничего не помнят и так далее. Терроризмде қабатланған украиналы кинорежиссер Олег Сенцов Русияда өткерілген махкемеде соңғы сөзінен шығышта болынды. Прокуратура Сенцовына 23 жылға түрмеге қапамаға талап етті. Бұақта Дош телеканалы білдіре. Бұл іс бойынша қабатланған Александр Кольченконы 12 жылға абсте қалдырмаға талап етелер.
Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть приближающая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Это факты, которые лежат на поверхности. То есть, если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Единственное, что я могу пожелать, это третьей информированной части населения России, это научиться не бояться. Владимир Путин үчүн алтын бешик. Храмнан Рус мемориятынан Девлет Шура Рейс Муавина Ремзи Ильясов президентке берген бакшышына энди экинчи күн музакере этелер. Храмнан Алмалар жемиет елбашысы Юрий Гемпель айрылмага тырышты. Бакшышына ярмада кілеті деп адландырды. Алтын бешик насыл мананы ташыганына біздің мұхбирлеріміз огренмеге тырышты. Видеода Ремзи Ильясов Владимир Путинге алтын бешикни тақдим эти. Кырым татар эфсанесына ярамадада Путиннын акимиети укум сүрген тимсалине чеврилер. Меджлис азасы Эскендер Бариев имин бул кырым татар милиетинин дигерликлерине акыретлей. Абсолютно с его стороны безграмотный ход. Все равно, что отдать свою честь, что отдать свою свободу, свою независимость человеку, государство которого недавно совершило оккупацию Крыма. Алтын бешигдин тагдим этилуна Русия каналынын журналисты Ослев Хасында сеслендирди. По легенде, примерно 1000 лет назад крымский князь спрятал ее в пещере, и легенда гласит, кто ее будет искать, тому будет беда, а кто ее найдет, будет обладать Крымом. Эскендер Бариевнин айтканына куре эфсане дигер мананы ташый. Бунян журналист Крым тарихыны озжесине чевиргенинде кабатлай. Согласно легенде, те, кто взяли, или те нечистые руки, которые приняли эту золотую колыбель, те люди, которые пытаются захватить насильно Алтын-Бешик, они будут без рассудка, без ума, и на них будет кара Аллаха. Поэтому я думаю, что мы поживем, увидим. Журналист Айдар Муждабаев и все Путинге бағышланған Алтын-Бешикте Ильясовнын инче мизахыны көзледі. Я думаю, что стоит оценить не тонкое чувство юмора и тщательно скрываемую проукраинскую позицию господина Ильясова. По сути дела, Ремзи Ильясов вручил президенту России некую черную метку. Правда, он не пропел при этом знаменитую пиратскую песню про 300 человек на сундук мертвеца, но, мне кажется, и без этого получилось достаточно юмористично. Русия каналарынын эфиринде толу Крым татар эфсанесы сеслендирилмеди. Онын манасын акурия алтын бешикни алмақ истеген женевизлелер ғайып олды. Ачлық, сүрінгінік ве репрессияларынен сыналған Крым татар халқы аяқта тұрмақта. Эльвина Сидбулаева, Олег Азыкин, Заман, АТР. Коктебелде өткерілежек джаз фестивалінде иштырак етежек четел чалғы жевейер жыларына Украинаны зиярет етмеге үч жылға ясақ етежеклер. Бұ ақта АТР телеканалына Украина меденет назерлігінде білдірділер. Якщо вони туди прибудуть літаком, морем або в якийсь інший спосіб, ну, що правда, нічого немає, то це буде порушенням закону, і тоді настає відповідальність. Але з такими людьми нам не по дорозі. І їхня дорога ніколи, ну, принаймні на 3 роки, як це зазначено в законодавстві, не буде пролягати територію України. Октябрьдин бірінден Кырымда шер нақлиес эфирі паллашачак. Кырымнан Рус мемориетінан фиат ве тариф комитеті білдіргенне көре фиатлар 2 рубльге көтерілежек. Сефер үшін әнді 12 рубле азырламақ керек олачақ. Бой ерлерінде нақлие фиаты 9 рубльге қадар артачақ. Кырымда самоборона канунсыз құрылған биналарына йоқ етежек. Яқын вақытта олар учиз иншаатына иқмаға планлаштыралар. Бұақта Кырымнан Рус мемориеті білдіре. Йоқ етлежек иншаатларынан чоқсы Кырымның шарқындадыр. Эсасен Коктебелде тікленген. Иқтыров ішлеріні бүгін башламақ керек еділер. Керіч сакинлері бір-бірінің невбетлерде көтеклейлер. Керіч Юқунш хасталар бөлігінде невбете тұрған инсанларының сабыры біте, давалары көтекке чевірле. Бақты аргументы неделе керч бүлдіре. Даваларанда эркун олып кече. Инсанлар невбетте санитар весіқасын алмақ үшін қан тапшырмақ мечбурлар. Керіч сакинлері бүлдіргенне көре невбетке та саба саат 5-те язылалар. Саат 7-де келгенлер невбетте 100-інже ве атта 150-інже олалар.
Ахмеджиттің 6-шы хастаханесінде баш әкімі қадимлерінің балларына айлық еріне чупа-чуп семеге теклиф етті. Бұ себептен әжеле ярдым қадимлері баш әкім Галина Лапинаны истифаға кеткені талап етелер. Оны айлықларын әксілткенде ве хастаханеде қалабалық япқанда қабатлайлар. Хастаханеде әкімлер 12 бин рубле ала, емшірелер есе 5 бинден 7 бинге қадар. Бұлі айлыққа балларына насыл бақмақ суаліне баш әкім оларға чупа-чуп салып, емдірмеге тепсие берді. Ярын Ахмеджиттің меркези базары оғындайки мейданы қапатажақлар бөйле қарарына тешкірулер нәтижесінде шеерінің Рус мемориет елбашысы Геннадий Бахарев қабыл өтті. Оның сөздеріне көре, бұ мейданда эпидемик төлекесі бардыр. Ачық юреклер қырымтатар волонтер тақыма ДЦП-нен қаста баллар үчін байрам тешкіл етті. Қоранталар қырымнан чешіт көшелерінден келділер. Мерасымде тақменен 50 инсан топлашты. Эльвира Усманова Бахчисарайдан байрамға өз оғлынен бәрабер келді. Оғлан ДЦП-нен қаста. Анасы білдіргеніне көре оғлы пек аз қуанчылы күнлер көрді. Шымды оқырым татар геншілеріне пек минеддар. Чүнке олар өз вақытыны сарф әттіп қаста балаларыны қуандыралар. Спасибо большое нашей молодежи крымско-татарской, которые Ачих Юрия Клер, которые организовали сегодня этот праздник. Детям очень нравится. Когда находишься дома, нам кажется, что мы одни такие. Когда приехали, и сегодня мы собрались здесь, мы увидели, что мы не одни такие, что на самом деле очень много проблемных семей с такими больными детками. Қырым-татар волонтер командасы мұсафырлерге конкурс мерақлы чықышлар ве бақшышлар азырлады. Ақшамның соңында балалар ве ана-бабалар үчін татылы софра донатылды. Такой вот праздничек, чтобы показать детям вот ДЦП с такими ограниченными возможностями, что они в этом мире не одни, что есть люди, которые могут просто так взять их, порадовать чем-то, чем-то вот вкусным угостить. Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия, нести радость и радовать детей. Августның 23-інде волонтер тақымы яңа акцияны тешкелетмеге планылаштыра. Қарасуф базарының Василевка көйде яшыған Усейновлар қорантасының хаста балалар үчін қайрия концерт кечілейдек. Элмас Ибраимова, Ахмет Ақай, Заман, АТР. Порошенко, Меркель ве Аланд августның 24-інде Донбастаки вазиетіні Берлинде мұзакере етеджеклер. Бөле қарарына Украинаның шарқындаки Горловкада вазиет кергінлешкен сон қабыл еттілер. Франкистан тышышлер назері Лариан Фабиусның сөздеріне көре, Донбаста ерлі сайлауларына кечірме кечуін арби әрекетлеріні тоқтатып, Силяны кенеде четке алмақ керектір. Стамбулда патлав юз берді. Шатлар білдіргеніне көре патлавдан сон Долма Бахче мейданында атышма да башлады. Қазалынғалар ақында хабер да айоқ. Шатларының сөздеріне көре патлав алетіні террорист ішке кетірді. Бұне бәрі-бер бүгін Түркияның Сирид бөлігінде террорист арбилерге ұжым етті. Ерлі мадбат білдіргеніне көре патлав нетижесінде 8 аскер еляк олды. Да, бір қач инсан яраланды. Шымдыки вақыт шестливы деп адландырылған, эвел сейсе озын баш олған көйде, көйдешілер көрші вот керілді. Мерасымге дүнияның чешіт көшілерінден бұ көйден сұрғын әтілген инсанлар ве оларының эвлетлары топлашты. Көрші вде бізім тақымызда бұлынды. Адет ұзыре сонке 20 ел девамында август айының 2-ші базар күні озен башлылар көйдешілер көрішіні қайтарма ве милли аваларнен бәрабер мұсафырларыны қаршылайлар. Кеченлерде озен башлылар кені көріштілер. Сабрия Хадырова әр ел бөле көрішівлерге келе. Сүргін әтілгенде о 6 яшында еді. Чоқ язық ке, женгтен әвелкі озен башны қатырлап оламай. Лекен дағлар седасы оны әр ел санке дәвет әте. Ағламайып отырлырым? Ағламайып отырлырым? Осы топырағымызға басқансың, ебет севіндік, қуандық. Эмине Кубединованың ана-бабалары өзен башлы олалар. Оның үчін әтрафтаки мұйыт ве табиат манзарасы алел хұсус бір темелдір. Бұ мекенның қатырасы оларақ, оның туғанлары Эмине ханымға өзен баш пенджересі мевзусында кересімні бағышладылар. Я здесь не жила. Я сюда приезжаю не каждый год. Но я всегда помню и знаю, что это родина моих родителей, родина моих предков. Хочется, чтобы
каждый знал, откуда он родом, каждый помнил корни свои, знал эти корни. Это всегда обогащает человека. Озенбаш джемиетнын рейсы Айдер Мустафаевнын айтканына көре, озенбашлылар эки джематтан тешкіл олуналар. Буюк озенбаш ве кучук озенбашлылардан. Оларны тек кой ортасындан аккан озенбаш озені айырган. Буюк озенбашлар койны четіне чықып, ален бұрынларын юхары көтеріп, бұлар дадойлардыр деп, оларын мұнда саңа танымаға семейділер. Кучук озенбашлар да, в свою очередь деген кебек, койны четіне чықып, бізден ояқлары епсі катфритлер. Демек, біз озен башлымыз, олар готфритлер деген созы. Енді транспортировалсы бізден катфритлер деп айтқанлары. Ве бір бақытырды, мысалы, бұйк озен башлы, күшік озен башлы, там, олан евлендірмеге, қыз ақайға бермеге, сен күшік озен башлысын, я сен бұйк озен башлысын деп айтанды. Анаулен біле шилер бар еділер. Ал азырда Буюк Озенбаш счастливый оларак адландырыла. Афсуски Кучук Озенбаш веран олды, ветек хатыраларда калды. Советлер деваренде Кучук Озенбашны су астында батырып, Буюк су амбарны курдылар. Айдер Мустафаевнын кайд эткенине көре, жеңктен эвел Озенбашта 2000ге якын инсан яшаган. Бу Ускут ве Корбек көлөрүндөн соң 3-чү буюк нуфуслы кой олган. Шымды мында тек 4 соқақ бар. Женгтен эвел есе Озенбашта 6 жеми олған. Шымды есе тарихи бина оларақ тек 1 жеми чалыша. Мында эр жума күнлері, жума тедбірлері кечіріле. Тарихи бина есе тамерге мұхтач. Лейла Каведжи, Асан Асанов, Заман, АТР. Русияда санкцияға түшкен ашайыттан соң шетел рубаларын да йоқ етмек істейлер. Русия руба тікежелері Владимир Путинге контрабанда шекеленен кетірілген урбаларны яхмага теклиф эттилер. Оларның фикрине көре, Европадан канунсыз кетирилген урбалар йок этилсе, ерли тикиш ширкетлери өз эш көлемини чоклаштыра билер. Бу акта Московский комсомолец билдири. Фил машинаны ұжым етіп үстіне отырды. Вақия Таиландның милли бақчасында олды. Айван апансыздан елға чықып арабалар үшін елінің қапатты. Африкалы фил Япония машинасына сайлады. Қазан әтижесінде арабадан ғайры кімсе зарарланмады. Бұл ноқтада яйынымызды екінлейміз, сіздерге ей ақшамлар тілейміз, АТР-ле олыңыз.